На ульяновском предприятии «Улпласт» установили новый термопласт-автомат. Промышленная площадка, занимающаяся изготовлением автокомпонентов, сотрудничает с такими крупными отечественными производителями, как УАЗ, ВАЗ, Рено, Датсун, Газель, Таката, Рус. В среднем ульяновское предприятие изготавливает до 30 тонн различной продукции ежемесячно. С открытием новой линии эти показатели значительно увеличатся. У нас было 11 термопласт-автоматов, один из рабочих комплексов, это у нас 12-й. Значит, дополнительно мы более 5000 машиночасов приобрели. Уникальность этого оборудования в том, что система управления машиной позволяет, как я уже говорил, отслеживать технологические процессы и параметры уже в процессе литья. Новое оборудование позволит вести автоматический контроль качества производимых деталей, своевременно определять отклонения от заданных технологических параметров. А это позволит предприятию стать более конкурентоспособным, а его сотрудникам облегчить условия труда. Конечно, легче стало. Сначала-то были станки очень трудные, тяжелые, скверно списанные, тяжело было. Но вот с приходом Сергея Николаевича Романова у нас появились новые станки, новые оборудования. Работа стала легче. В торжественном запуске нового оборудования принял участие губернатор. Сергей Морозов осмотрел производственные мощности предприятия и ознакомился с ходом строительства логистического склада для готовой продукции. Для нас очень важно, чтобы все наши крупные, в том числе иностранные компании, которые располагаются здесь в Ульяновской области, имели соответствующих партнеров внутри региона, внутри России. То есть вот мы входили бы в цепочку этих мировых корпораций. Как отметил глава региона, главное, чтобы производимая продукция соответствовала мировым требованиям и стандартам, чтобы конкурировать с продукцией иностранных предприятий. Анна Тищенко, Андрей Корчагин, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.